Перед началом ролика хочу рассказать вам о смартфоне, который недавно попал ко мне в руки. Помните ролик, где я открывал 30 кейсов на мощном игровом смартфоне Realme C3? В комментариях я получил очень много положительных отзывов, поэтому выпросил у компании Realme их самую горячую новинку – Realme 6 Pro. И вот в моих руках та самая модель. Realme 6 Pro – первый смартфон на Snapdragon 720G. Этот процессор выдает на 120% больше вычислительной мощности относительно предыдущих моделей, а графическая производительность лучше на 75%. И вот, держа в руках этого монстра, я не мог не протестировать его в играх. С такой начинкой Realme 6 Pro просто летает в играх. А заметьте, я играю в очень тяжелые игры. Что в колде, что в PUBG, все супер и без проседания FPS. Ну а в Stand Off 2 тем более все круто. За свои деньги этот смартфон просто находка для геймера. Но чуть позже я расскажу вам, где можно купить его гораздо дешевле. По экрану все так же супер. 6,6 дюймов, Full HD Plus дисплей с частотой обновления 90 Гц. Высокое разрешение 2400 на 1080. Но изюминка этого экрана в том, что он занимает 91% площади. Аккуратный подбородок и вырез фронтальной камеры прямо в дисплее. По камере пробегусь быстро, ведь вас интересует, что там по батарее. Realme 6 Pro имеет 6 камер, которые подойдут для любого вида съемки. Телеобъектив, сверхширокоугольный модуль, макросъемка и многое другое, что составит серьезную конкуренцию даже iPhone. Так что смартфон идеально подойдет для съемки себя в TikTok, Instagram или просто на YouTube канал. Ну а теперь батарея. Аккумулятор на 4300 мАч с использованием 30-ваттной зарядки легко зарядить всего за 1 час. Но если вы уже играете плотную катку и вам срочно нужно зарядить смартфон, то прямо при игре за 60 минут аккумулятор зарядится на 62%. Также рекомендую оценить беспроводные наушники Realme Buds Air. Автоматическая синхронизация, высокое качество звука, минимальная задержка, плюс динамик Bass Boost, работа до 17 часов на одном заряде и 2 микрофона в каждом наушнике. Ну а сейчас я расскажу, где выхватить Realme 6 Pro дешевле всего. В рамках промо-акции на Tmall 3 дня будут действовать скидки. Realme 6 Pro 18 490 рублей. А модель, про которую я рассказывал вам в прошлых роликах, Realme C3, можно урвать по сочной цене в 8 790. Залетай в описание, хватай любой Realme по выгодной цене и забудь о лагах в своей любимой игре. Всем привет! Меня зовут Веля, а это телевизор. И при помощи нехитрых манипуляций мы сделали из этого огромного телевизора огромный планшет. И будем открывать на нем кейсы. У меня уже есть 10 кейсов, и сейчас мы приступим их открывать. Но давайте вы наставите 40 тысяч лайков, и мы проведем битву кейсов с Ромасиком прямо на этом огромном планшете. По-моему, очень классно. Ну и не забудь там подписочку, колокольчик оформить, комментарий написать. Ну что... Окей, давайте, это очень интересно. Откроем первый кейсик. Открыть. Блин, вот видите, есть маленький-маленький input lag. Нажмем открыть. Так, первый кейсик полетел прямо сейчас. Первый кейсик, нож прилетел. Пролетел еще Air Dragon. Ну ладно, нажимаем назад. По поводу, получается, задержки. Смотрите, ребята, вот мы делаем так. Вот видите, задержка есть. Да, ребята, есть задержка. Поэтому давайте мы откроем следующий кейсик. Бэм. Кейсик. Отлично. Открыть. Отлично. И вперед. Вперед, следующий кейс. Полетел. Давай, родной, дай мне что-нибудь годное, офигенное, супер-мега-классное. Ну какой вейв? Ну пожалуйста, ну какой вейв? Ну, родной ты мой, родной ты мой. Назад. Так, а давайте-ка мы попробуем идти не по порядку, потому что у меня уже два вейпа, вейва синих. Давайте мы откроем фейбл кейс. Вот этот вот прям. Бэм. Отлично. Бэм. И открыть. Отлично. Давай, родной, пожалуйста. Тут есть офигенный Butterfly Legacy. Я хочу Legacy. Но выпадает Cerberus. Выпадает Cerberus. Хорошо. Назад. Ребята, давайте посмотрим, какой мы сейчас откроем кейсик. Мы, в принципе, можем сейчас... Я попробую сделать буст на ножи. Попробуем сделать буст на ножи. Давайте вот мы пойдем дальше по порядку. Открыть. Открыть. Ох, тут телевизор огромный, когда я прикасаюсь, он начинает шататься. Давайте мы начнем со Старфола. Сюда. Назад. Scratch. Назад. CI. CI. Все, хорошо. И открыть.
Открываем, смотрим, человек, давай, давай, братан, родной, родной, родной. А Кайрнана, да ладно, одни синьки, ребята, просто одни синьки. Я не понимаю, что происходит, меня начинают троллировать. Получается, Церберус и три синьки нам выпало, но... Я не веля, если я не выбью хотя бы одну легендарку, вы это знаете. Ладно, let's go, у нас здесь Fable Case есть, открываем. Открыть. И открываем. И еще получается, если я нажимаю одним пальцем, то, ну, как бы он не видит касания. Ну, тут лич был, родной. Ладно, назад, отлично. И еще следующий Fable Case, сразу с лету открываем его. Открыть. По-моему, офигенно. Я хочу на этом огромном планшете поиграть еще. Было бы очень классно, Fable, ну! Статрек легендарка. Ну, я же веля, я же могу. Ха-ха, давайте дальше, назад. Слушайте, это уже офигенно, это статрековская легендарка, мне кажется, мы уже как бы, ну это уже неплохо. Если, конечно, выпадет аркан или ночь, я буду просто, я буду самым сумасшедшим человеком на планете. Открываем следующий Фуриус. Открыть. И вперед, бэм. Давай, родной, давай, ну дай, пожалуйста, велички, ну дай, пожалуйста, велички, что-нибудь годное. Ну какая прошка, вот Винджет рядом был, ладненько. Давай назад, сюда. И открываем. И открываем. Блин, чуваки, как бы пальцем на смартфончике это легче. И мышкой тоже легче. Некромантер! Слушайте, вы видели, как залагал? Я думал, типа, некромантер пролетит. Отлично, у нас два кейсика. Давайте подумаем. У нас уже есть две легендарки, одна из них сатрековская. Давайте мы сейчас откроем Фуриус, а потом мы откроем Райвел. Давайте. Фуриус. Открыть. И открываем. Блин, если керамбит выпадет, это будет офигенно. Пожалуйста, керамбит. Ну, выпади, пожалуйста, керамбит. Ну, хотя бы бигл статрековский. Ну, ладненько. Назад. И Rival Case последний. Бэм. Открыть. И вперед. Let's go, запускаемся. Запускаемся, пожалуйста. Пролагала. Грампинкс. Ну, чуть, ну, там одна писечка видела. Ну, вы, ну, ребята, ну, видели, там чуть-чуть, там просто миллиметрик. Там просто миллиметрик. Ну, в общем, ребята... Ребята, фу, все хорошо работает. Жду ваших 40 тысяч лайков. По-моему, это очень классно. Ну, это лично, типа, open case, это классно. Немножечко лагает, немножечко, как бы, не регистрирует мои касания. Но, по-моему, это даже очень прикольно. Я хочу поиграть на этом. Я хочу устроить битву кейсов на этом. По-моему, будет супер-мега-классно. Жду ваших лайков, подписки, колокольчики, комментарии. У микрофона был Веля, всем удачи. Пока, ребята.